Привет всем! Сейчас специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике» я расскажу вам, какие размеры у электрической варочной панели. Ширина, высота и глубина. Электрические варочные панели сейчас максимально популярны, потому что они очень удобны в эксплуатации, они эргономичны, самое главное, они очень стильные и могут вписаться абсолютно в любой интерьер и дополнить любой дизайн. Но, конечно же, при покупке стоит учитывать большое количество различных факторов, помимо функционала, конечно же, стоит учитывать и габариты, причем всей кухни, не только плиты, но, например, и расстояние от мойки непосредственно до варочной панели, толщину столешницы и многое-многое другое. Но сейчас сначала давайте разберем непосредственно габариты электрической варочной панели и начнем мы разбор с высоты. Ну, начнем с того, что какого-то единого стандартного размера не существует, потому что габариты моделей различных различаются друг от друга. Но примерная высота составляет либо 40, либо 50 миллиметров. Но, конечно же, бывают модели исключения, скажем так, бывают модели, которые достигают и 1 сантиметра. Далее, перейдем к ширине. Ширина тоже может быть самой разнообразной. Это может быть ширина как в 40 сантиметрах, так и в 45 сантиметров. И максимальная ширина составляет 70 сантиметров. Но 70 сантиметров не так много таких моделей варочных панелей, но все же они существуют и нужно обращать на них внимание, так как, скажем, потребности у людей самые разные. И осталась у нас глубина. Глубина тоже может быть разной и зависит это от количества конфорок. Может быть она как в 40 сантиметрах, так и 60 сантиметров. Конечно же, это зависит от модели. И как вы видите, если высота не сильно, да, отличается по размерам, по значениям друг от друга, то глубина и ширина очень разнообразная и даже может достигать разницы в 30 сантиметров. Обязательно на это обращайте внимание и непосредственно перед покупкой в магазине обязательно еще раз измеряйте модель, которую вы выбрали, чтобы она 100% вам подходила. Это видео было снято специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если оно вам было полезно, ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока!